Здравствуйте, Виктор. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, одуванчик, установлен на мой тестовый объектив. Сейчас я его покажу на моей камере. Фокусное расстояние запрограммировано 100 мм и диафрагма от 2,8 до 22. Сейчас я наклею на одуванчик в нужных местах двухсторонний скотч, и вы сначала установите его на ваш коленар с помощью двухстороннего скотча, как в моей видеоинструкции. Затем отметите границы посадки одуванчика на объективе, обезжирите место установки одуванчика, нанесете совсем немножечко клея на место установки одуванчика на объективе с помощью зубочистки и наклеите одуванчик уже на постоянной основе. Сейчас я его упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.